Сегодня мы приготовим сливовый сок с помощью соковыжималки Витек VT1636. Нам потребуется 700 грамм слив. Сливы необходимо помыть, разрезать на две половинки. Крутящим движением отделить половинки друг от друга и удалить косточку. Таким образом удалить косточки из всех слив. Далее необходимо собрать соковыжималку . Включить первую скорость, опускать половинки слив в загрузочное горлышко и проталкивать их толкателем. Готовый сок налить в бокал. Сливовый сок готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.